Ну, вот здесь находится, по-моему, один из самых прикольных памятников в Владивостоке. Вот это отель Хёнде. Вот это улица Фонтанная. Вот такие вот новодельные китайские, не знаю, львы или собаки. Но не они, разумеется, меня привлекли. А вот то, что находится в глубине этого дворика. Вот, сейчас к нему подойду. Памятник чужому. То есть это герой блокбастера известного голливудского, снятого в 79 году. Памятник этот здесь поставили уже где-то, наверное, в нулевые, точно не помню. Поставила его компания. Ну, это не памятник, просто скульптура. Вот такая вот симпатичная скульптурка. Вот можно ее поподробнее рассмотреть. Вот такое вот, чудо. Ставила эта компания «Металлстрой», по-моему, называется. Вроде бы у них здесь офис. Нечто подобное они соорудили на входе в рыбный порт на Чуркине. Ну, я там не был в этот приезд свой. Так что пока показываю только вот это вот. Ну, очень, на мой взгляд, оригинальное зрелище. Я не фанат этого фильма, честно говоря, поэтому не могу сказать, насколько внешность вот этого вот чувака соответствует тому, что там было показано, но он и без того смотрится очень эффективно. Вот в таком вот очень небольшом дворике сие расположено. Вот там вот Хёнде. А, стоп, не Хёнде, уже Лотте, конечно же, забыл. С недавних времен, с недавних пор называется Лотте. Ну, вот такое вот существо. Ночью приснится. Наверное, можно почувствовать некоторое недомогание. Вот. Это мне нравится, кстати говоря. Ну, собственно говоря, вкусы у меня не сильно притязательные, наверное, по части скульптуры. Вот, к слову, памятник Бриннеру мне не очень нравится. Хотя говорят, что он с эстетической точки зрения, с художественной, всяким там Высоцким и Элеонором Прей, да, 100 очков вперед. Ну, вот. Так что будете здесь, заходите, поздоровайтесь с чужим.